Сегодня утром ходил в поликлинику сдавать анализы. Около кабинета прочитал объявление, которое ввело меня в ступор. Анализы кала сдавать только на руки медсестре. Идет мужик утром на работу. Проходит мимо беременной девушки, которая стоит и курит. Не выдержав, говорит ей: «Ну что ты смалишь, как паровоз? О ребенке подумала, что ли?» Ответ девушки его просто убил. «Да вы задолбали уже! Сколько можно? Мне что, табличку повесить, что я не беременная, а просто жирная?» Утром после телефонного разговора с женой Дмитрий Олегович сидел, обхватив голову руками, и думал: «Господи, это же надо было так напиться, чтобы в 2 часа ночи позвонить своей жене и предложить ей поехать к бабам». Вернулся муж из командировки и налюбоваться не может. Бойлер установлен, краны починены, ножи заточены, проводка исправлена, жена беременна. Вовочка подходит к папе и спрашивает: «Папа, а что у мамы между ног?» Папа не растерялся и говорит: «Рай, сынок, а у тебя?» «А у меня ключ от рая. Вовочка, а к чему ты все это спрашиваешь?» «Да я тут на днях картину одну видел. Короче, папа, меняй замок от рая, у соседа дубликат есть».